Это была страшная ночь. Буря, проливной дождь. Здесь стояла моя палатка, а с огромного тополя ветер срывал ветки и швырял их на землю. Здравствуйте, с вами Алексей Гончаров. Вы смотрите программу «Открытая Родина». И это третья серия нашего путешествия по Великому Сузакскому району. Сейчас мы простимся с урочищем Келеншектау, где переночевали, какая ночь была, я уже сказал, и отправимся дальше, в древний Сузак. А пока посмотрите, что за эту ночь стало с горами. А горы за эту бурную ночь покрылись снегом. Пока у нас на стоянке, расположенной на высоте 800 метров над уровнем моря, яростно хлестал ливень и порывы ветра прижимали к земле палатки, на высоте более 1000 метров бушевала снежная буря. Невысоки горы Келеншектау, но это горы, и утром они показали себя во всей красе. Раскисшая почва, промокшие палатки и вещи, утренний холод, все за то, чтобы мы поскорее покинули это место, еще вчера бывшее таким уютным. После недолгих сборов экспедиция снова в дороге. И вновь встреча с животным миром Каратау. Это кеклики, горные куропатки. Судя по всему, самец ухаживает за самочкой, нарезает круги вокруг своей избранницы и так этим увлекся, что не обращает внимания на наши машины. А ведь в обычных ситуациях кеклики, будучи желанной добычей охотников, птицы очень пугливые. Зелень предгорий сменяется абсолютно ровной и высохшей, несмотря на весну, полупустыней, где царствуют верблюды. Звери они, конечно, домашние, вот только за все время поездки ни одного верблюжьего пастуха увидеть не удалось, так что к хозяевам они приходят по доброй воле и когда захотят. И еще любопытно, в Сузакском районе мирно живут и двугорбые верблюды-бактрианы, и одногорбые дромадеры. И совершенно непонятно, каких здесь больше. А вот белый, да. Белый бактриан, подлоща, и рядом дромадер, вместе пасутся. Поразительно видеть Каратау в снежных шапках. Вот ведь не раз здесь бывали, а такое впервые. Но мы едем дальше. И птица на носу сидит. Мы приближаемся к Сузаку, вот здесь великолепнейшая аллея из ивы или вербы, а из пустыни вот такое могучее перекати-поле может прилететь. А теперь представляете, ураганный ветер и перекати-поле бьет в машину. Древний Сузак расположен в сухой степи у северных склонов хребта Каратау, южнее песков Муэнкум, в 70 километрах к северо-западу от районного центра Ашулак-Курган. С древности он был центром караванной торговли и даже короткое время одной из столиц Казахского ханства. С 1928 по 1934 год – административный центр Сузакского района. Сейчас здесь живут около 7 тысяч человек. Прибыли на основную точку съемки сегодняшнего дня. Мы на месте древнего городища Сузак, первой столицы, кстати, Казахского ханства. И вот первая точка, о которой я хотел бы рассказать. Ограда, и написано «Хан Мазары», то есть «Ханский Мазар». Ну, как видим, все это в не лучшем состоянии. Но откуда здесь вот эта ограда и эта надпись? Есть версия, что один из отцов-основателей Казахского ханства, султан Жанибек, был похоронен именно здесь, на городище Сузак.
Версия эта достаточно убедительная, но пока никем не проверенная. Раскопки не проводились. Однако в любом случае можно предположить, что султан Жанибек, который вместе с Гиреем основал Казанское ханство, может быть похоронен именно здесь. Ну а теперь пройдемся дальше и посмотрим это удивительное место. Здесь есть интересные мавзолеи, которые не имеют архитектурных аналогов в других регионах нашей области. Никакой охранной таблички, которая указывала бы на статус городища как объекта историко-культурного наследия, мы не обнаружили. Зато могли вдоволь налюбоваться в кавычках незаконно вырытой канавой, заваленной мусором. Похоже, местные жители не слишком чтят свою историю. Также незаконно по городищу проложена асфальтовая дорожка. Местным жителям удобно, но закон об охране историко-культурного наследия нарушен и в этом случае. К сожалению, на городище Сузак, как и на большинстве археологических памятников Южного Казахстана, закон об охране историко-культурного наследия не работает. Мы с вами уже увидели безобразную мусорную свалку и прекрасную асфальтовую дорожку. И все бы хорошо, да только дорожка тоже проложена незаконно, потому что подобные действия на охраняемых законом территориях, подлежащих археологическим раскопкам, недопустимы. Но вот за мавзолеями, к счастью, следят. И один из таких уникальных сузакских мавзолеев — это кулак ата, который датируется 16 веком, то есть примерно тем периодом, когда Сузак стал первой столицей молодого казахского ханства. Сейчас уже неизвестно, в честь кого был возведен этот мавзолей. Скорее всего, это был некий авторитетный суфийский шейх. А вот архитектуру сузакских мазаров ни с чем не спутаешь. Высокий купол, низкое основание, в котором заложены окатанные камни из речного русла. Вход, через который взрослому человеку можно едва протиснуться. Внутри простое надгробие. Ничего подобного в других местах области, богатых культовыми памятниками, не встретишь. Мазар Мамед Хальфе – еще одно подобное сооружение на городище Сузак. Судя по табличке, более позднее, возведенное на рубеже 18-19 столетий. Мазар оштукатурен, к нему пристроена каморка Ширакши, то есть хранителя. В отличие от первого мазара, у этого оказалась железная дверь, да к тому же еще и на замке. Но пора поговорить о городище Сузак в целом. Его площадь 20 гектаров. Древнюю крепость омывает два родника, которые образуют вокруг как бы естественную фортификацию. Внутри самой крепости тоже когда-то был родник. Рыхлая почва густо насыщена осколками древней керамики. Во время археологических раскопок под руководством Алькея Маргулана в 1946 году и Натана Берштама в 1947-48 годах было установлено, что городище Сузак обитаемо с 6 по 19 век. Артефакты здесь и сейчас буквально на каждом шагу. Хочу обратить внимание, вот смотрите, что мы нашли вон той норке. Той норке, да. Думаю, собаку ее выкопала, что ли? Ну вот это донце от кувшина. А вот, остаток железного орудия, сильно коррозированного. Вполне возможно. Это железо ножа. А, лезвие, да. Это лезвие кухонного ножа. Вот оно изогнутое, сильно коррозированное. Вполне возможно, что этим ножом пользовались лет 200-150 назад. Да, вы что? Это интересно. Можно вот, взять то его. Есть это лезвие кухонного ножа. А вот это что, современное или что это? Лазурь? Ну нет, это лазуритовое, да. Ну, на мой взгляд, это где-то 16 век. Особенно если учитывать, что относительно того мавзолея есть описание, что его купол был ярко-голубым, то, возможно, это вот как-то с ними связано. Вы смотрите, орнамент какой-то. Орнамент, да, прекрасный. Кстати, вот такой орнамент более характерен для ранней керамики. Вот такой, да? Вот ранняя керамика, чуть ли не бронзового века, вот такой орнамент характерен. Поэтому я даже не могу сказать, как сюда вот именно этот фрагмент попал. А вот тут зелененькое что-то. Зелененькое, это уже 18 век, это более позднее. Так, а вот этот вот фрагмент кувшина, смотрите. Вот да. И вот еще донце. Типа кружечка тоже, что-то такое, да, смотри, маленькая, знаешь, а диаметр какой у нее? Это небольшой. Это типа дно. Кружки, что ли? Нет, да? Это дно тарелки.
Тарелка изнутри была покрыта глазурью. Да, это изнутри она была покрыта глазурью. То есть мы видим, что вот на этом городище, ну, непочатый край работы для археологов, и может быть найдено буквально все, что угодно. Вот мой друг Ербол Кожагалиевич немножечко покопался в земле, не нарушая закон об охране историко-культурного наследия. И вот сразу сколько интересных находок. Вот это вот удивительно, да? Конечно. Конечно, потому что металлические предметы наибольшие ценности. Да, 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 да. Керамику можно везде найти, а вот железо... Очень редкая находка. Очень редко. Вот, три периода. Три периода. Ранний караханицкий, потом тимуриды, зеленый, грубый, это уже поздний 17-18 век. Вот три периода керамического производства. Вот эти три маленьких кусочка керамики – это три периода керамического производства. Ранняя караханицкая, еще до монгольского времени. Затем тимуридская, 14-15 века, с синими тонами. И, наконец, позднее, века 18-го, темно-зеленое, уже как бы от периода к периоду меняется цветовая гамма, ухудшается качество глазури, и все это присутствует на Сузасском городище. Вот буквально мы немного погуляли. Это интереснейший историко-археологический памятник, на котором, к сожалению, мы даже нигде не увидели таблички о том, что это памятник археологии и охраняется государством. В период с 1465 по 1718 годы Сузак – один из городов Казахского ханства. Был его столицей в первые 4 года существования и еще раз в 1511-1521 годах. В начале 18 века разрушен джунгарами. На северных склонах Каратау было немало городов, но почти все они запустели в послемонгольское время. И только на городище Сузак люди жили до начала 19 века. После Каканского завоевания здесь была устроена крепость с гарнизоном, который собирал дань с окрестных казахских родов. 19 века. До 1864 года, когда уже российские войска пришли, Каканский гарнизон бежал в Туркестан. Причем есть данные... Нет, они в Чулак-Гурган начали бежать. Но они же вместе, Чулакский гарнизон, они потом вместе в Туркестан ушли. А предводительствовал ими тот самый Сыдык, сын Кенесарыка Сыдыкова. Да. И он их все привел в Туркестан. Причем есть свидетельство, что пришел султан Сыдык и с ним 300 кольчужников. Потому что они еще в кольчугах были, вот эти вот конные воины. Ну а потом началось, я сейчас считаю, Терентьева. Чингисхан когда пришел, что он с Сузаком сделал? Сузаком пришел. Чингисхан. Никаких данных нет. Нет, мы знаем то, что джунгары разрушили. Не, ну понятно, но еще в 13-14 веке Чингисхан же здесь был, правильно? 13 век упоминается под названием Хузак. В источниках 16 из борьбы казахских ханов с тимуридами и шейбанидами. Высота городища от 15 до 25 метров. Там, где располагалась цитадель. На этом мы заканчиваем свое с ним знакомство и отправляемся к другим памятникам Сузака, напоследок еще раз убедившись в обилии здесь разного рода мусора. Так, перед нами мавзолей Ажиата, местного старца, который совершал пешие паломнические туры в Мекку. Пешком ходил с Сузака в Мекку и Медину. И водил еще паломнические группы. Ислам, скажите, а сколько примерно времени занимает вот такой пеший переход, если вот отсюда двигаться? Ой, пешком около года, я думаю. Около года? Мне вот кажется, сколько он за свою жизнь мог сделать таких туров, мне интересно. Да, максимум уж 3. Ну да, все правильно. Потому что реально там больше невозможно было. Кумбез Ажи-Суфа расположен совсем рядом с городищем Сузак и выстроен в том же стиле, что и тамошние мавзолеи. Он явно не слишком давно тщательно отреставрирован. Вход украшает свежая охранная табличка. Рядом на дереве баклажки и посуда. Возможно, здесь совершаются какие-то обряды. Двери гостеприимно распахнуты. Сагана, то есть надгробие легендарного проводника паломников, украшены очень старыми рогами архара. Даже задумываешься, а что древнее, сам мавзолей или эти рога? Знаток Сузака Ислам Калани решает показать нам еще один мавзолей,
расположенный в стороне от оживленных мест. Но здесь нас ждет некоторое разочарование. Абдул-Азиз Кашгари, с Кашгара. Ну, мавзолей новодельный. О-ля-ля, так и закрытый. Глаза бросаются. Табличка указывает, что похороненный здесь выходец из Кашгара, а это современный Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Абдул-Азиз, он же Казанши Аулие, жил в 14 веке. Логично предположить, что и мавзолей должен был быть воздвигнут тогда же. И характерная сузакская архитектура бросается в глаза. Но что-то тут не то. В мавзолее Казанши Аулие я побывал впервые, благодаря тому, что Ислам Калани мне показал его. Но вы знаете, что ужасно? Ужасно то, что мавзолей, по сути, уничтожили. Как мне объяснили, в прошлом году здесь шли ремонтные работы и не нашли ничего лучшего, как сделать бетонное основание. Сверху тоже видно, что это сделано совсем недавно. Вспомните, мы в этой же программе вам показали мавзолеи на городище Сузак, которые сохраняют свой древний облик, хотя периодически их подновляют и ремонтируют. А здесь просто перестроили и сделали абсолютно современное здание. Из бетона даже проволока торчит. Гораздо интереснее оказалось расположенное рядом сугубо утилитарное строение. Некогда это был жилой дом. Еще лет 50 назад такие жилые дома с плоскими крышами, чем-то напоминающие строение индейцев Пуэбло в Америке, составляли основной жилой фонд поселка. Много таких строений, как памятников архитектуры, указано в своде памятников историко-культурного наследия области. Вот только в реалиях их больше нет. Нам повезло, этот домик хозяева не снесли, а используют для хозяйственных надобностей. Еще одна достопримечательность Сузака – мечеть Шайахмет Ишана. Ее основатель скончался в конце 70-х годов 19 века. В ее своеобразном облике переплелись разные архитектурные стили. Известно, что строил мечеть ташкентский мастер Искандер Ажи. Относительно других сузакских памятников этот молот. Но как красива эта мечеть и какая приятная и легкая здесь аура. Ее просто ощущаешь, находясь возле здания. Но зайдем внутрь. В мечети ничего лишнего и в то же время очень уютно. А ведь в годы советской власти ее как только не использовали. И склады разные в ней были, и даже кинотеатр. Роспись михраба была тогда забелена. А в новые времена побелку смыли, и оказалось, что краски ничуть не потускнели. Но прекраснее всего потолочная роспись. Ничего подобного в других мечетях региона видеть не приходилось. А ведь этим краскам на потолке больше 100 лет. Воистину чудесно. Любопытно, но ни возле мечети, ни внутри нее мы так и не встретили никаких служителей. А напоследок решили подняться на один из небольших минаретов. В этой удивительной мечети, чей архитектурный облик столь интересен и несколько эклектичен, я не первый раз. А вот по этой удивительной винтовой лестнице, которая ведет на крышу своеобразного минарета, я впервые, да, и совсем забыл. Спонсором программы «Открытая Родина» является туристическая фирма «Жанат Алап». А мы с вами в древнем Сузаке. Многопрофильный туроператор «Жанат Алап» – это современная, креативная компания, основным направлением которой является въездной, внутренний, спортивный и экстремальный туризм. В 2016 году туроператор «Жанат Алап» признан лучшим туроператором Южного Казахстана. По итогам 2017 года «Жанат Алап» стал лауреатом премии «Лидер отрасли» за активное участие в проекте «Экспо-2017 Астана». «Жанат Алап». Весь мир с вами, если вы с нами. Лестница оказалась небольшой, но крутой, а проход узким. Видимо, традиционно поднимались сюда люди худощавые. Любуемся куполом-луковкой на фоне прекрасных облаков, цветущими яблонями и сузакскими далями. Это был последний пункт нашего посещения в древнем поселке Сузак. И теперь мы его покидаем и переносимся на север, в песчаную пустыню,
которая начинается буквально в 20 километрах от села. Собственно, до основных гряд муинкумов мы еще не доехали. Но наш орнитолог Малик Нукузбаев заметил прямо из окна машины нечто интересное. На старом дереве саксаула примостились сразу несколько гнезд, из которых одно выделяется своими размерами. Хозяин этого гнезда, конюк-курганник, при нашем приближении предпочел улететь. Да, крупная хищная птица явно живет на этом дереве в мире и согласии с разной пернатой мелюзгой. Секрет прост. Конюк не нападает на соседей и обеспечивает им защиту. Вот так, просто и мирно. Они вот, вот так защищают этот свой. А вот этот курганник их не трогает. Вот этот, который вот этот снизу, вот этот везде, вот этот мелкий гнезд, гнезд вот этот, так видно, да? Вот этот или индийского воробя, или вот этот испанского черногорского. А какой удивительный цветок вырос у подножия этого птичьего дерева. Никогда раньше таких не видели. И похож он скорее не на цветок, а на какого-нибудь подводного обитателя коралловых рифов. И вновь на север. Вскоре вдоль дороги начинают вздыматься песчаные гряды. Это и есть муинкумы. Считается, что пустыня – это от слова «пусто» в русском языке. Но на самом деле пустыня совсем не пустая. Это удивительная природная зона. В нашей области три больших пустыни – Бетпакдала, Муинкумы и Кызылкумы. И вот сейчас мы в сердце муинкумов. Пустыня небольшая, но очень интересная, потому что песчаная. Песчаные пустыни наиболее богаты жизнью. По ходу движения суда мы уже показали вам и уникальный цветок, и гнездо конюка-курганника. Вот теперь мы специально заехали в барханы, чтобы продолжить наш репортаж из пустыни Муинкумы. Ну и, соответственно, сейчас мы с Шакиром Умаровым побродим по пустыне и посмотрим, найдем ли мы здесь что-то интересное. Почему-то верю, что найдем. А пока общее сведение. Всезнающий интернет применительно к природе Южного Казахстана становится поразительно малообразованным. Википедия об этой пустыне сообщает предельно кратко. Муинкум – песчаная пустыня в Средней Азии на юге Казахстана, расположена между хребтами Каратау и Киргизским на западе, и юге, и рекой Чу на севере. Немногим лучше географическая энциклопедия. Песчаная пустыня на юге Казахстана, высота до 700 метров, перевеянные морские отложения и алювий дельты реки Чу, полузакрепленные грядовые и бугристые пески, пастбищное скотоводство. Сайт «Толковые словари» сообщает: Муинкум – песчаная пустыня на юге Казахстана, к югу от реки Чу, 40 тысяч квадратных километров, высота до 700 метров, преобладают полузаросшие пески, частично барханы, зимнее пастбище. Так может и правда про эту пустыню, чья площадь 40 тысяч квадратных километров равна примерно территории Бельгии, рассказать нечего. К счастью, это не так. У этой относительно небольшой пустыни очень своеобразное название. Муинкумы в переводе с казахского означает «шейные пески». Понимать это надо в более образном смысле, как перешеек, полосу песка. Здесь масса самых разнообразных растений. Вот уж где пустыня никак не может ассоциироваться со словом «пусто». Секрет богатства растительности муинкумов достаточно прост. Эта пустыня богата грунтовыми водами. К тому же осадков здесь выпадает до 200 мм в год, главным образом весной. Так что же растет в Муинкумах? Прежде всего в глаза бросается крупный кустарник – белый саксаул. Веточки его покрыты мелкими, сочными, темно-зелеными побегами, а листья недоразвиты и похожи на зеленоватые чешуйки. Ранней весной на побегах белого саксаула появляются кремовые цветки, а осенью – семена, окруженные кожистыми крылышками. Побеги белого саксаула на вкус горькие, но овцам и верблюдам они очень нравятся. Так что там, где растет этот кустарник, прекрасные пустынные пастбища. Немало здесь и цветов, но только весной. Потому и зовут их эфемерами, что век этих цветов короток. Но мы успеваем ими полюбоваться, отойдя совсем недалеко от машин. Животный мир пустыни тоже богат.
Но в день съемки, как на грех, никто не показывался. Ни птиц, ни даже вездесущих песчанок, чьими норами изрыто все вокруг. Пустыня словно застыла в безвременье, и только ветер создавал движение в этом древнем ландшафте. И вновь цветы, но уже не желтые, а синие, фиолетовые. Это ирисы, которые в нашем регионе можно встретить буквально повсюду. Всю ночь лил проливной дождь, но песок на то и песок, чтобы впитывать воду, и сейчас он уже практически сухой. И нигде нет ни одной лужи. Пустыня живет своей жизнью. К сожалению, вот живность мы никакой не увидели. Но, вы знаете, ощущение удивительное. Сидишь вот так под кустом белого саксаула, посреди барханов и думаешь, а есть ли он огромный мегаполис, который именуется Чимкентом? А есть ли на свете где-то Нью-Йорк, космодромы Байконур и мыс Канаверал? Есть только пустыня, которую великий поэт Саади назвал матерью мира. И в лоне этой матери мира мы сейчас и находимся. Жалко недолго. Но приятно то, что сейчас, когда мы перекусим и поедем дальше на север, все дальше от Чимкента, мы побываем еще в одном интересном месте, где мало кто из наших земляков-южан бывал. На обратном пути к машинам удалось таки обнаружить крохотные движущиеся объекты. Муравьи, занятые повседневной суетой, на такие огромные существа, как люди, не обращают никакого внимания. И еще одна встреча, казалось бы, ничего особенного, бабочка. Но и она порадовала. Кстати, в это не верится, но исследования биологов утверждают, что масса насекомых на гектар песчаной пустыни превышает массу всех прочих живых существ. Возвращаемся к колее, обозначающей в песках дорогу. Здесь попадается существо покрупнее насекомых. Агама – замечательная ящерица. В наших пустынях довольно многочисленная. Кстати, с насекомыми она связана напрямую, поскольку ими питается. Вот так и закончилась наша короткая прогулка по Муинкумам. Песчаные гряды остались позади, мы движемся на север. Неожиданно за окнами все чаще видятся водные разливы. Откуда они здесь, в краю пустынь? Все просто, поскольку все ближе одна из самых длинных рек всего Центрально-Азиатского региона – река Чу. Минуем крупный поселок Жуантобе. Там дальше, на севере за рекой, лежит глинистая пустыня Бетпак-Дала. А, Бетпак! С трассы сворачиваем на гравийку, уводящую в пустыню куда-то на запад. Позади Муинкумы и низовье реки Чу, которая заканчивает свой бег в нашей области. Кстати, сейчас там очень много воды, идут разливы. И вот уже за окнами нашего автомобиля Бетпак-Дала. Одна из самых бесплодных пустынь Казахстана. Глинистая пустыня. Такая голая, что стыдно лошадям смотреть в глаза, как написал Алжа Сулейменов. И движемся мы по ней куда-то, куда точно даже не знаю. Потому что рыбаки, которые участвуют в нашей экспедиции, уверили, что мы попадем в райские рыбацкие места на реке Чу. Удивительные вещи на этой удивительной дороге. В голой степи остановка запрещена, 50 метров. Поэтому мы, не останавливаясь, едем дальше. За странным пустынным перекрестком дорога становится все хуже и все уже. Вода вплотную подступает со всех сторон. Хотя местных коров это нисколько не смущает. Вскоре мы втягиваемся в камышовые джунгли. Кульминационная фаза экспедиции. Движение в никуда по камышовым джунглям, распугивая стада диких бизонов. Камыш и вода до горизонта. А какие своеобразные здесь мосты. Велика страна Сузакская, а самое главное, многообразна.
Только что мы были в песчаной пустыне Муинкумов. Показали вам глинистую пустыню Бетпакдала. И вот уже за моей спиной течет большая река. Это река Чу. Наши ребята тут же бросились ловить рыбу. Летом, конечно, здесь будет гораздо меньше воды. А сейчас Чу несет свои воды на запад Южно-Казахстанской области в озеро Акжайкын. И похоже, здесь на Чу мы сегодня и заночуем. И закончим нашу третью программу из цикла про страну Сузакию. Вот такой экспромт мне сейчас пришел в голову. Сразу заметим, что при всем упорстве наших рыбаков удача им не сопутствовала. Не было поймано совершенно ничего. Но какая вокруг ширь и красота! Предполагается, что название этой реки происходит то ли от тибетского, то ли от китайского. Чу или Шу, обозначающего просто «вода, река». Длина реки 1186 километров, из которых 800 она протекает по Казахстану. А начинается в Кыргызстане, неподалеку от озера Иссык-Куль. В среднем течении по Чу проходит граница Казахстана с Кыргызстаном. А в Южном Казахстане река заканчивается в бесточном соленом озере Акжайкын. Со второй половины лета в здешние места вода в реке попросту не доходит. Вот на этом мы и закончим наше краткое знакомство со второй по величине рекой нашей области, а заодно и третью программу Сузакского цикла. Но путешествие продолжается.